Здравствуйте, проходите. Здравствуйте. Сейчас, одну минуточку. А где мой паспорт? В тумбочке под телевизором. А, ну, спасибо. Вот, пожалуйста. Мне надо где-то расписаться. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Я к Максиму. Так он на работе? Ой, да. А он говорил, что обедать будет дома. А он так всегда говорит. А потом вечно на работе задерживается. Да. Я вам мазь принесла. Максим говорил, что у вас суставы болят. Она должна помочь. Ну, надо же. Ну, спасибо большое. Вы, наверное, Света. А он вам про меня рассказывал? Да. Конечно. Ну, что ж мы так стоим-то? Проходите, пожалуйста. Да. Ой, нет-нет, я на минуточку зашла. Нет, ни в коем случае. Без обеда мы вас не отпустим. Проходите. Проходите, проходите. Макс, иди сюда, посмотри. Начал забивать Дину Чайкину в базу. Она уже там есть. Восемь месяцев назад выложили. Восемь месяцев? И кто же? Вересов Григорий Алексеевич. Кто? Ты его знаешь? Да я ищу его пару дней уже. Плохо ищешь. Вересов Григорий Алексеевич родился в 1973 году. Это же ответ на мой запрос пришел. Притом вчера, а ты молчишь. Ну, прости, Макс, только работа просто из головы вылетела. Закончил с красным дипломом Институт юстиции. Посмотри, в заявлении номер телефона указан? Указал. Напиши мне. Проработал следователем по особо важным делам, уволен без права занимать любые должности в правоохранительных органах. Угу. Спасибо. Вересов. Григорий Алексеевич, здрасте. Беспокоит вас из полиции, капитан Кореник. Хорошая работа. Старой школы. Да, он достался мне от мамы, а мама получила его от бабушки. 6,4 грамма. 8960 рублей. Сколько? Вы сдавать будете? Да. Ваш паспорт. Паспорт? Да. А можно как-то без паспорта? Я его забыла дома. У нас с этим очень строго. Как я могу знать, что она не ворованная? Нет, что вы, это моя цепочка. Правда, я... Пожалуйста, нам очень нужны деньги. Ладно. Я попробую вам помочь. Одну минуточку. Так, так, так. Сейчас. Лейтенант Зубов, здравствуйте. Это Прохоров из ломбарда. Капитан Коренев, вы нашли Дину? Что с ней? Пока не нашел. А я понадеялся. Как же я мог ее упустить? 8 месяцев назад. Почему? А, вы имеете в виду мое заявление? Нет, она вчера должна была из Ясмина приехать, я искал ее между вокзалом и автостанцией. Я метался и пропустил одну электричку, так и не увидел ее. Значит, информация о том, что вы можете знать местонахождение Дины, была правдивой? А откуда такая информация? От Аллы Мартыновой. А что еще Мартынова рассказала? Я знаю, что вы бывший опер. Так. И мне известно, что вы учились с Аллой Мартыновой в одном классе. И не только с ней, угу, но и с Мариной Чайкиной. Вы же с ней дружили, правильно? А потом между вами что-то произошло. Может быть, расскажете, что? Это долго и к делу не относится. Давайте вернемся к Дине. А вы знаете, что Алла Валерьевна в данный момент находится под следствием? В СИЗО. За что? За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Но это бред. Алла, может быть, какой угодно, взбалмошной, грубой, но она очень предусмотрительна и осторожна. Она не стала бы играть с государством в прятки. Да вот только люди меняются.
Так что вам известно о Дине? Значит, вы хотели продать золото. А документов у вас нет. Ни на себя, ни на ребенка. У меня их украли. Вы же понимаете, я родила, я не могла просто его зарегистрировать. Вы эти сказки ему рассказываете. Если украли паспорт, вы должны были написать заявление. Вам бы уже давно выдали дубликат. В общем, так. Я вызвал представителей опеки, пусть оформляют ребенка в приют. До выяснения. Господи, да вы... Какой приют? Вы... Я прошу вас, пожалуйста, отпустите нас. Ну, откуда я знаю? Ну, а вдруг это не ваш ребенок? Вдруг вы его украли? Это мой сын. Даже если это так, вы плохая мама. Все, составляем протокол и будем разбираться. И не надо плакать. Тихо, малыш. Простите, это все, что у меня есть. Я... Так, что это за цель? Ну-ка, уберите это сейчас же, слышите? Ну, немедленно уберите. Нечего мне здесь мусорить. Я убрала. Тоже мне выдумали тут. Могу я позвонить? Хорошо, я еду. Дина нашлась. Поехали. Дина моя дочь. Я не знал, что Марина Чайкина была беременна. И, конечно, не знал, что она родила. Мы с Аллой собирались пожениться. Поссорились. Она мне назло загуляла с одним приезжим. Я ей в отместку пошел к Маринке. Я же не знал, что Марина в меня влюблена. Мы провели ночь, об этом узнала Алла и сразу сбежала в Москву и вышла замуж. Я тоже уехал подальше, чтобы не вспоминать. И только год назад я узнал, что у меня есть дочь. А почему вы об этом не сказали Дине? Она ненавидит и презирает своего отца, который бросил ее мать, когда та была беременна. Слушай, капитан, ты иди один. И не говори ей, пожалуйста, ничего обо мне. Ну, ты даешь, лейтенант. Грудной ребенок, а у тебя накурено, хоть топор вешай. Гражданка Чайкина проходит важным свидетелем по уголовному делу. Надеюсь, ты не будешь мешать следствию? Да ради бога, забирайте своего свидетеля, мне мороки будет меньше. Вот эти тетки из опекунского мне сейчас все мозги здесь вынесут. Ну вот отлично. Оформили возврат изъятых вещей. Добро. Давайте. А мы пока подышим свежим воздухом. Да? Гражданка Чайкина. Гражданка Чайкина. Вот, пожалуйста, распишитесь. Где же вы так научились ладить с детьми? Да вот приходилось. У старшей сестры трое. Ну что, все в порядке? Да. Ну и хорошо. Его теперь в детский дом заберут, да? Не понял. Меня ведь лишат родительских прав, когда посадят, да? О чем ты говоришь, Дина? Максим, вы поймите, я...
Я не хотела стрелять. Я выстрелила ненарочно. Я просто пыталась забрать пистолет, и он... Я не хотела ее убивать, вы понимаете? Да, да кого убивать? Аллу Мартынову. Да Мартынова жива и здорова. И в данный момент находится под следствием в СИЗО. Что? Пойдем в машину. Я... Пойдем, Господи. Пойдем. Господи! Дина, ты что? Пап, я дома. Давай. Раздевайся. Сынок, привет. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Это Дина и Антон. Они поживут у нас. Проходи. Да-да, конечно. Здорово. Привет. Чай, пожалуйста. Черный. Ну, как там, Дина, Антошка? Может быть, я чем-то могу быть полезен? Да все хорошо. Антошка обживает папин кабинет. Спасибо. Слушай, Макс, мне необходимо в ближайшее время увидеться с Аллой. Устроишь? Это сложно. Я понимаю. Ты понимаешь, мне нужны подробности о ее деловых партнерах. У меня есть идея, как ее вытащить. Игорь, это... Это практически невозможно. Макс, придумай что-нибудь. Я тебя очень прошу. Ладно, я... Я подумаю. Ну, а ты подумай, что ты скажешь дочери. Она, кстати, сюда скоро придет. Сюда? Нет, а зачем это? Нет, я не могу. Послушай, я ничего не рассказывал. Вы сами должны обо всем поговорить. А что я скажу? Что она появилась на свет в результате одной легкомысленной ночи с женщиной, которую я не любил? Нет, я не могу. Привет. Привет. Спасибо за коляску. Ну, надеюсь, она вам понравилась? Понравилась. Но на самом деле не стоило. А я эгоист. Я подумал, как же ты будешь ходить на свидание с ребенком на руках? А у нас свидание? У нас, да. Эй! Максим! Вы куда? Максим! Ну перестань! Максим! Добрый вечер. Ты там пришел? Он и в самом деле добрый. Что это? Смотри. Иди ко мне.
Откуда? Не имей 100 рублей, а имей одного друга в нужном месте. Спасибо. Я тогда прямо завтра пойду в ЗАГС, и мы будем делать тебе свидетельство о рождении, да? Ты слышишь меня? Спасибо. Сынок, тебе Света пришла. Я нам пирог на ужин принесла. Яблочный. Дин, нашлась. Чего ты молчал? Где ты вообще была? И что ты здесь делаешь? Я тебе потом все объясню. Это мой Антошка. Врала, что аборт сделала. Ну, вот так получилось. Ладно, пойдемте чай пить. Я буду Антошку укладывать. Спасибо. Понятно. Ну, а мы пока чай попьем. Да, Максим? Да нет, мне не на дежурство скоро. Нет. Я не уверена, Андрюш. Меня просто иногда возмущает поведение Максима. Оля, ну Дина хорошая девочка. И мальчик у нее замечательный. Нет, ты мне скажи, для чего ему чужой ребенок? Зачем ему чужие проблемы? Света прекрасная девочка. Умная, хозяйственная, самостоятельная и красавица к тому же. Оля, не вмешивайся. Ничего не имею против Дины, но ее присутствие в нашем доме, оно мешает взаимоотношениям Светы и Максима. Оля! Все. Заходим. Пойдем подышим. Угу. 10 минут у вас. Единственный, кто попросил свидания со мной. Больше никого. Как ты? Лучше всех. Лимонные дольки ты принес? Вспомнил. Я ничего не забывал. Дина как нашлась? Нашлась. Мальчик у нее Антоном назвала. Ты сказал ей? Не смог. Ну и дурак. Дурак. Все как-то по-дурацки. Алла, ведь все могло быть по-другому. Если бы ты тогда не психанула и не уехала. Психанула? Это ты так называешь? Да я чуть с ума не сошла, когда узнала, что ты изменил мне с лучшей подругой. А между прочим, я была тогда беременна от тебя. И сделала аборт, из которого не могу иметь детей. Почему ты не сказала мне тогда ничего? Я ненавидела тебя. Нет, вру. Тебя любила. Маринку ненавидела. Всю жизнь мечтала ей отомстить. Поэтому ты захотела отобрать ребенка у Дины? Я тогда так думала. Динке еще рано было. Хотела как лучше. Лучше для ребенка и для
всех. Я бы его любила. Прости меня. Время. Да, Максим, 5 минут. Алла, мне нужны кое-какие подробности о твоих деловых партнерах. Зачем? Я уверен, что это Гоша тебя подставил. Какая разница? Я вытащу тебя отсюда, обещаю. Но мне нужны подробности. Да уже почти полгода. Мы встретились, когда тебя начали искать. А тут ты появилась, и он буквально-таки пропал. Перестал звонить. Дин, что у тебя с Максимом? Да ничего. А что будет в графе «отец» в свидетельстве о рождении Антошки? Прочерк. Ну, у меня, наверное, тоже прочерк будет. Ты что, беременна? Не знаю, но пока задержка. Я сделаю свидетельство и уеду в Муром. Мешать я вам не буду. Дин. Ладно, там сейчас в ЗАГС перерыв закончится. Мы пойдем. Удачи. А где Дин? Ушла. Куда? Надолго? Че, коляску оставила? Ну, совсем ушла. Благодарила за внимание, за заботу. И ушла. Цветы. Вазу поставь, пожалуйста. Максим, я не хочу ничего объяснять. Пожалуйста, не звони мне больше. Здрасте. Вот мой паспорт, вот золото. Давайте ваши 8960 рублей. Пожалуйста. Да-да, конечно. Конечно, ну сейчас вам. Ну что? Заселяешься? А то смотри, кто тебя с ребенком-то еще пустит. Да, остаемся. А вещи-то твои где? А это все. О. Почему все так? Почему? О! О! На, возьми. От внуков остался. А то как ты без коляски-то гулять будешь? Меня Зоя Макаровна зовут. Может, просто тетя Зоя. Спасибо. Меня Дина. А это Антошка. Ну, ладно. Деньги завтра отдашь. Не нужен, да, Антошечка? Пусть живут.
живут с кем хотят, встречаются с кем хотят. А мы с тобой будем жить по собственным правилам, да? Да, малыш? По собственным правилам. Все у нас будет хорошо. Наступит белая-белая полоса. Белая-белая. Вообще новорожденных полагается регистрировать в первый месяц, а вы? А я не могла раньше. И свидетельства из роддома у вас нет. Потому что я рожала дома у бабушки. Так везите сюда бабушку. Пусть она напишет заявление. Откуда я знаю, может, вы украли ребенка? Бабушка далеко. Она в глухой деревне. Наталья Ивановна, а мы можем как-то сделать свидетельство? Ну, а отец ребенка где? Его нет. Нет, он, конечно же, есть, только ему не нужен сын. И поэтому мы можем поставить прочерк. Поставить-то можем. А если через год он объявится, и ребенок ему понадобится? А что мы можем сделать? Пусть отец напишет отказ от ребенка. Этот документ срока давности не имеет. А если это невозможно? Ну? Хорошо, я сделаю отказ. Ну вот и славно. Переносите отказ от ребенка, и через неделю свидетельство будет готово. Всего доброго. До свидания. Игорь Владимирович? Да, Судакова. Есть предмет для разговора. Значит, сегодня нельзя, да? Граждане, подходим ко мне. Мам, сейчас вы услышите быстрее, свои имена, идите. Фамилии и по списку. Дина? Пойдем, запоминайте номера. Дина, и ты здесь? И здравствуйте. Дина, ты что, тоже Витю пришла проведать? Вот видишь, что случилось. Ты же знаешь, что его могут посадить? Клавдия Семеновна, я хочу, чтобы Витя написал отказ от Антона. Иначе я не могу получить свидетельство о его рождении. Это что, Витенькин сын? Боже, Антошка, кровинушка моя, а как похож копия папы в детстве. Ты знаешь, мне очень жаль, что вы разбежались с Витей. Но сейчас было бы все иначе. Ты знаешь, вам надо помириться. А что, поженитесь, распишитесь, у ребенка будет законный отец. Да и Витеньке, может быть, скосят срок. Ведь и дитя у него малое. Клавдия Семеновна, до свидания. Дина, привет. Здравствуй. Объясни, пожалуйста, что происходит? Я не хочу ничего объяснять Максиму. Почему? Потому что так будет лучше. Лучше для кого? Для всех. Квартире у Майи, так называемой подруги Аллы. Он там место себе приобрел и деньги обналичивал через ее ресторан. Да, быстро ты, Григорий, Гошу прищучил. Не растерял профессиональные навыки за 15 лет. Чего из органов-то погнали? Да еще так жестко. Все ты обо мне знаешь. Ну, пришлось навести справки. Извини, секрет, как в доме Вал оказался. В какой-то момент просто понял, что хочу быть с ней, неважно в каком качестве. Как Дина. Дина? Комнату снимает.
Разговаривать не хочет. Ничего не объясняет. Вот так. Может, она любит до сих пор этого Виктора, а? Интересно. Женщины такое прощают. Не знаю, Макс. И к тебе пришли. Откуда? Из опекунского совета. Мы пришли посмотреть, в каких условиях содержится ваш ребенок. А в чем дело? Покажите свидетельство о рождении ребенка. У меня его нет пока. Как нет? А сколько месяцев ребенку? 4. А, ну все ясно. Будем оформлять изъятие ребенка. Какое изъятие? А что, собственно, происходит? К нам поступила жалоба бабушки ребенка. Семакиной Клавдии Семеновны. Она сообщает, что вы ведете аморальный образ жизни. Что? Скитаетесь по чужим углам и не заботитесь о ребенке. Что за бред? Валя, звони в приют. Пусть оформляют ребенка. Да я не отдам вам своего сына! А ну, пошли отсюда, курицы! Быстро пошли отсюда! Быстро, я сказала, пошли отсюда! Мы вернемся сюда с участковым. Да, уходить тебе придется отсюда, девка. Созвонимся. Я знаю, что от тебя Дина ушла. Это ты постарался? В смысле? Ты что-то наговорила? Что ты ей сказала? Ничего. Да. Что? Да, Дина, я сейчас приеду. А где ты? Еду. Я понял. Рустам допросил Клавдию. Он уверен, она здесь ни при чем. Пойдем. Тебе здесь больше нечего делать. Его могут вот сюда принести. Ну хорошо, да. Я оставлю сотрудника. Там. Да, Рустам. Что? Хорошо. Сейчас приедем. Антошка нашелся. На вокзале. На выход. Максим.
Поехали скорее. Это не он. Это не он. А вы что здесь делаете? Так это вы его украли? Так это вы его украли! Дина! Где он? Уж ты мой, это поменять нужно. Господи, это девочка. Здесь написано Полина. Полина, наверное, кушать хочет. Надо накормить, вот, а только как? Давайте я ее покормлю. Этот инвалид во дворе был неспроста. Дина, скажи, а ты забрала свидетельство о рождении Антона? Почему? Нет отказа от Вити. А какое это имеет отношение к выдаче свидетельства? Я не знаю. Так женщина в ЗАГСе сказала. Что за женщина? Фамилию не помнишь? Судакова. Алла, когда покормит, ты ее забирай и вези к себе. Дина, ты прости меня за все. Я знаю, я чувствую, все будет хорошо. Капитан Коренев, уголовный розыск. А в чем дело? Где сын Дины Чайкиной? Я не понимаю, а в чем, собственно, дело? Говори, где мой внук. Мне терять нечего. Придушу. Я скажу. Я все скажу. Пусть она скажет. Пустите. Итак. Кто такой хороший? Куда ты можешь ждать? Ты моя девочка. Какие такие мальчики? Дом мой хороший. Вот список, вот здесь посмотрим. Антошка? Антошка? Чего мы ждем? Давай пойдем вдвоем и нахлобучим этих уродов. Нет, здесь не тот случай. Ребята, судя по всему, стрелянные. Наряды дождемся. Да, Алла. Ясно. Что? Дина на квартире тоже не появилась. Значит так, надо ехать ее искать. Знаешь что, ты езжай, а я здесь покараулю. Давай.
Телефон у вас? Ну, слава богу. Давай, я понял. Малыш. Малыш. Антошка. Малыш! Ну, ну не молчи, ну где ты? Ну не молчи, пожалуйста, пожалуйста. Антошка! Дина! Родная, успокойся. Антошка нашелся. Ну все, все. Я правда слышала его голос. А потом он пропал. Как ты меня нашел? Ты думаешь, ты одна слышишь голос родного человека? Я люблю тебя. Дина. Антошка. Маленький, мой хороший. Есть. Малыш, мой маленький. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Сейчас. Все, 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 все. Что? Я твой отец. Это хорошо. Слушай, а как им удалось так быстро удочерить Полинку? Опять не вместо рублей, вместо друзей, да? Ну, а как же? Только на этот раз это друг Гриши. О. Слушай, а что это получается? Полина теперь моя сестра, да? Да. И Антошкина тетка. Ну, здравствуй. Привет. Судя по ее характеру... Антош, привет. Она будет любимая тетка. Смотри, ты чего кто это пришел? Да Полина. Антош, смотри.